Итак, мы с Виталиком в лесу копаем. Буквально минут 15. Была одна находка у меня, гильза. И вторая находка попадается мне, деньга. Монета 1750 года, по-моему. Еще в каком-то... Деньга же это, да. Деньга. Нестандартная какая-то по форме. Отлично. Вот от дороги прошли буквально 15 метров. Виталик два сигнала выкопал, ерунду какую-то, и я. На втором сигнале выкопал уже монетку. Отлично. Начало, зачет. Вот, и вот через минут 10 я нашел еще одну монету, уже чуть в другом месте, но вообще не знаю, что это такое. Тоненькая, орел. Незнакомый. Что это? А ну посмотри. Это походу серебро должно быть. Серебро? Да. Я тоже так думаю. Вон отсвечу. Круто. Баратинка, может. Я не встречал таких пока монет. Поздравляю. Спасибо. Глубина вообще ерунда. Ерунда? Ну, 10 сантиметров. А, горбочек, смотри. Какой. Да, да. Еще. Да, я еще пощупаю. Итак, Виталик за сегодня поймал первый отличный сигнал. Вообще идеальный. Похож на серебро. На глубине 15 сантиметров, да? Не знаю, посмотрим сейчас. Сейчас в онлайне заснимем. Утопился сигнальчик. Есть. Маленький такой что-то. Так. Что-то совсем рядом. Вот монета. Нет. Не, блин, осколок. Осколок. Да, обидно. Досадно, ну ладно, ладно, ладно. К сожалению. У Виталика находка. И он не знает, что это. Сейчас я ему точно подскажу, что. Капитан советский. Глубина небольшая, смотрю. Ух ты, да, что-то маленькое совсем. Вот это, наверное, баратинка. У тебя грошек. Там, польский. Или литовский. Какая-то малюсенькая монетка. Ну, я ее тоже первый раз такую встречаю. Видать, тут поляки. Польское ханство. На, ханство. Поздравляю. У меня интересная находка. Это пряжка. Пряжка старинная. Вроде бы как просматриваются узоры. Не исключено, что это Киевская Русь. Зачет. Зовет, говорит, монеты какие-то очень интересные нашел. Не знают еще какие. Советы? Да, ну погнутые, думал. О, да. Сначала подумал, они же похожи, как на баратинки. Ага, две по копейке. Да. Нашел интересную находку. Ну, даже не догадываюсь и нет вариантов, что это такое. Похоже, что-то древнее. Вот какой-то узор есть. В зеленой патине все. И с одной стороны узор, и, похоже, и с другой стороны тоже узор. Тяжеленная штучка. Но... абсолютно непонятно, что это. Не знаю, спрошу еще у специалиста Виталика по таким вещам. Может, он знает. Да, что-то интересное. Возможно, даже бронзовое. Отлично. И вот неожиданно из глубины 5 сантиметров выпала такая красивая красная звезда. Это, наверное, что-то с фуражки, наверное. Ну, такой темно-красный цвет. Красивая звездочка. Нигде эмали не стерлись. Отлично.
Не находил таких пока что, поэтому точно сказать не могу. Ну, скорее всего, это ранее, это может быть 20-е годы. Красиво. Итак, отчет Виталика находки. Никакие. Раз, два, три совета. Одна Украина и одна маленькая польская монетка. Потом еще он мне не показывал вот, пуговичка гирька. Зачет. Ну, это, наверное, самое зачетное. И еще вот такая пуговица с обломанным ушком. Отлично. Теперь мои находки. У меня две монеты. Деньга 1730 в отличном сохране. И вот это серебряная, похоже, что серебряная монетка, тоже, по-моему, польская. Звезда. Пряжечка. Старинная и неопознанный предмет старинный, бронзовый, с соляными знаками. С какими? Солярные. А, солярные знаки, вот, солярные знаки. Это пеньковцы. Пеньковская культура, Виталик похоже. Подсказывает. Похоже. У нас есть предположение, что это, возможно, какое-то холодное оружие было. По голове, тряпочку и по голове. В общем, похоже, самая зачетная находка сегодня. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Тихо! Ставим лайки! А это второе. Подписываемся на канал! Что у тебя с голосом такое? Устал? Всем пока!